Накануне приближающегося праздника в нашей постоянной рубрике «Дорога. Территория закона» мы решили обойтись без страшных кадров с мест аварий и пугающих цифр статистики дорожно-транспортных происшествий. А кроме того, в эти предновогодние дни дорога стала не только территорией закона, но и владениями Деда Мороза. Чего только не случается в эти предновогодние дни. К экипажу отдела ГИБДД присоединился Дед Мороз. У каждого свое дело. Инспекторы проверяют документы, Дед Мороз поздравляет водителей. Коллектив ГИБДД поздравляет вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Это подарочек. Спасибо. А это, чтобы вы не забывали пристегиваться. Хорошо, спасибо. С наступающим. Не ожидала, конечно. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что даже элементарное несоблюдение правил дорожного движения может привести к серьезным, а порой и трагическим последствиям. Я сразу заметила этот минус издалека. Ну, скажи честно, меня почти что не останавливают, так что, в принципе, не пугаемся. Удивился просто. Да. Удивленные водители, поняв причину их остановки, расплываются в улыбке. Ведь получается, что в Новый год подарки получают не только дети. А вот предостережения вполне серьезные. Впереди череда новогодних каникул, застолий и шумного праздника. И каждый, кто садится за руль, должен понимать всю меру ответственности. Здравствуйте! Коллектив ГИБДД Белореченского района поздравляет вас с наступающим Новым годом. Желает вам всего хорошего. Ремень безопасности для того, чтобы пристегивались вы, а не кресло. Конечно. Пить за рулем нельзя, даже в канун праздников. Спасибо. Удачи на дорогах. Спасибо. Страшно было. Очень. Часто останавливают ГИБДД? Нет, первый раз. За два года. Ну ладно, удачи на дороге. Спасибо. Счастливо. До свидания.